фильм. Итак, преамбула. Ко мне позвонил Долматов Валерий Александрович, суперсадовод из уральского города. Пожалуйста, послушайте, что он будет говорить мне, потому что часто он говорит такие вещи, от которых я больше никого никогда не слышал. Внимание, включаю запись. Так, значит, я хотел рассказать просто про те абрикосы, которые растут в Ростовской области. Это был 61-й год, то есть 1961-й. Значит, брат моей мамы говорит: слушай, хотите абрикосов много набрать? Потому что, ну, там у деда всего одно дерево росло, там немножко плодов было, но они, конечно, были крупные, сладкие. Вот у нас, говорит, лесопосадки есть, там, говорит, косточки эти прорастают, говорит, они снова, эти плоды сыпятся, падают, снова прорастают. Лес очень густой, говорит, прям получается как защитка. Мы их называем жерделы. Ну, от слова жерди, то, что, говорит, высоко растут. И вот мы поехали туда, набрали 2 мешка огромных картофельных вот этих жердел, привезли домой. Ну, они кисловатые, ну, так, по размерам помельче. Но вот тогда я впервые увидел, что именно из косточек ставят тоже абрикосы, которые можно кушать. Это еще был 61-й год. Но что самое интересное, вот не... То есть несколько лет спустя, вот буквально 2 года назад, я услышал от Латинкова такое, говорит, сорт жердель. И я подумал, что это, скорее всего, искаженное слово жерделы. От украинского жерди, жерделы. Это вот дикие абрикосы были. Но они южные, и все-таки вкус у них очень хороший. То есть интересный момент то, что из косточек абрикоса могут также вырастать культурные сорта. Кстати, я читал статью как-то, тоже лет 5-6 назад, не помню, кто автор, но там писалось, что абрикос – это единственное растение, которое размножаться может косточками и сохранять свой сорт. То есть, когда сажаешь косточками, оно сохраняет свои сортовые. Частично. У них всегда 2 папы. Это... А потом вспомним Менделя. Вот. Один доминант, другой рецессивный. Ну, давай не будем людей пугать этими терминами. Ладно. Я только передал ту информацию, которую знал, которую слышал. И которую... Я с родом с Украины, я русский украинец. Так вот, значит, там называют жердели. Так, раз. Второе. Значит, все они, видимо, отбор произошел на уровне дачных хозяйств. Они все сладкие. И вот эта вот путаница... Дальневосточные манжурцы, это не жердел, это манжурцы, они полусладкие, полукислые, там разброс, так? И вот эта путаница, что жерделы считают дикарями, вот, и вот эти вот тимирязевки, которые написали, что если косточки у Железова купить, вот, так, у них вырастут, у тех, кто купит, жерделы, запятая, и дички. То есть подразумевается дрянь. А и вот твоя вот эта вот часть твоего поздравления с Рождеством, я тебе очень благодарен. И вот этот рассказ, что в Ростовской области жерделы сладкие, это огромное подспорье мне. Не надо путать жерделы с дичками. Жерделы мелкие, но сладкие всегда. Это народный отбор. Это Ростовская область, это Кубань, это Украина, это Ростов, это юг Украины, вот, это запад Украины. Это все жердел, и все сладкие, сладкие. Так что спасибо, ты прояснил еще одно. Ты мне лишний этот самый, гирька. Мне надоело выслушивать, что я халтурщик. Представляешь, так написать, что утверждение Железова – это ложь и мошенничество. Мошенничество. Это уж совсем ни к чему. Так нехорошо. Никогда нельзя, как говорится, огульно, как говорится, или критиковать, или говорить на человека. Нужно сначала проверить, посмотреть. А зачем? Она процитировала 80-летней давности статью. Я же нашел ее. В Википедии взяла, выдернула, и все, пожалуйста. Вот тебе жерделы, вот тебе дички, через запятую. Даже не знаешь, что жерделы – это абрикосы из косточки, но культурные, мелкие, но культурные. Ага, понятно. Ну, видимо, отбор провели, отбор, потому что там разновидностей было очень много. Конечно, конечно.
Всего доброго. Ой, спасибо за звонок, за поздравление. У меня сегодня праздник. Ты мне подарил вот эти два небольших фильма. Спасибо огромное, Валера. Пожалуйста, ага. Звони. Давай, пока. Счастливо, до свидания. С праздником тебя, с Рождеством. Спасибо, с праздником. Ага, пока.